Всем привет, вы на канале Алина и Алиса. Всем привет. Сегодня мы будем открывать такую банку. Банка с пропавшими продуктами. У нас уже есть несколько, или даже точнее, наверное, уже три. Да? Банку, дед, банку. Сейчас будем открывать банку. Мы уже сняли верхнюю часть твердую, потому что Алисе очень не терпится. И оставили самое интересное. Что там попалось, Алиса? Да! Первая — это картошка пыль. Такая тут большая, прям такая утка. Первая картошечка. Алиса уже с нетерпением открывает пакетик. Что там, Алиса? Ананас. Красный ананас попался, Алисе. Здоровский. Давай покажем его. Назад в пакетик положим. Давай покажем ананас. Так, ладно, ананас мы пока сейчас не возьмем. Нам попался еще такой пирожок. Такой пирожок, как всегда, с плесенью. Ага, ага. Что надо сделать? В пакетик положить? Давай. Пакетик, ананас положить. И такая баночка соуса. И такой новый соусенок, протекший. Глаза в кучу, как всегда. Рот недовольный. В общем, такие новые фигурки. Алиса, что, ананас лучше всего? Да. Дай ананас покажем. Вот такой ананас. Почему-то он красный, ну, ближе к оранжевому. Да. Вот, кстати, эта фигурка на вкладыше у нас. Угу. Вкладыш, как всегда, такой же длинный, стандартный. Где отмечаются фигурки редкие, только очень редкие. Смотрите, если этот вкладыш в баночке, то он еще длиннее. Потому что тут показаны разные игры. Как-то надо прочитать, им еще можно играть. Ну-ка, давай-ка прочитай, и мы расскажем. Итак, Алина прочитала про игру, рассказывай. Ты прочитала про первую игру. То есть там написано, в эту баночку надо кидать вот эти продукты. С расстояния, да? Да. Если ты попадешь одной фигуркой в баночку, то ты получаешь 10 баллов. А если не попадешь, минус 1. В общем, играть нужно, кидая. Да, и кто берет первый 50, тот и выиграет банку. Да? Попробуем. У нас есть еще одна такая баночка с ранее купленными. Уже мы их показывали. Сейчас мы попробуем с Алинкой быстро сыграть. Посмотрим, кто попадет. Ну, давай. Оп. Так нечестно, ты сильно близко. О, Алина, 10 очков. О, Алины 20. Да, я сегодня что-то с меткостью. Опа! Алиса, кидай. Кидай. Тыква, кидай. Тыква. Кидай тыкву. Ни разу не попал. Ну, в общем, вот такая вот игра. Все, что попало внутрь, это все Алина попала. 3. Алина выиграла. Ну, в общем, такие сегодня нам попались классные игрушки. А на этом мы что, попрощаемся? Да. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. 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 Алиса, пока-пока. Пока-пока. Молодец.